Я вам покажу кое-что. Это мне подарили, короче. Я немножко под градусом. Немножко. Если еще не серчаете, я не умею вебкой пользоваться. Короче. А чё онлайна так много? Спасибо, спасибо всем за поздравления, ребята, мне очень приятно, реально. Мне столько людей сегодня написало, даже писали люди вот эти, ну, которых я не знаю, да, по сути. Очень много людей всего хорошего желали мне, мне очень приятно, ребят, честно. Даже написали люди, от которых вообще не ожидал, да, то есть вот этого поздравления непосредственно. Чё, хотите, Акуму позову? Вот мне как-то некомфортно, ну, свепка пиздец, типа, бля, стрёмно. Он, короче, не хочет. Не знаю, он настроен, короче. Он пиздец что-то в тильте, он, короче, не придет на стрим. Поэтому, ребята, только я с вами. Погодите. Колонки поставлю. Вот поэтому без Акумы, ребята, будем вдвоем с вами. Я не знаю, что говорить. Типа... Я в ахуе. Мне 15 лет, короче. 14. Я в ахуе. Время так быстро летит, ребята. Мы сегодня, короче, собрались. Я собрался, Акума и менеджер мой. Мы, короче, пошли в рестик. И там все столики были заняты. Все столики были заняты, и... Спасибо большое. И за прошлый день спасибо, я не ответил, сука. Спасибо всем. С днем рождения, любимый. Кто бы мог подумать, что ты скорпион? Так вот. Я твой фанат, Курсет, я твой фанат, Алла, с днем рождения, хочу детей от тебя. Спасибо. Короче, мы приходим в рейсик, все столики были заняты. Да, блять. Эх, сынок с ДР. Спасибо. Все столики были заняты. Да ёбаный рот. Спасибо, спасибо. Все столики были заняты. И нас потише музыку. С ДР хуила. Я офну. Короче. Сейчас расскажу. Пусть донаты пройдут и расскажу. СДР, вонючка. Сейчас потом расскажу. Да, блядь. Короче, мерч, парни, мерч. Вот он, на мне. С 14-летием дурень. Сейчас я вам покажу. Бля, как спину показать? Как спину показать? Короче, там на спине тоже... Ну, короче, там тоже охуенная вышивка. Очень круто. Мое поздравление. Спасибо. Спасибо большое за деньги, ребят. Спасибо. И за поздравления. Вот, короче, сейчас я вам покажу. Это, короче, на одном рукаве. Это вместе... Спасибо. Вот, короче. Курсет, я тебя люблю, с днем рождения, котенки. Шарите? А? Это я придумал. А? С днем рождения, бро. Заходите. Заходите. Заходите, блядь. О, блядь. С днем рождения, пины прикол. Это человек, который сдает мне квартиру. Ответь, в общем... ВК, я тебе стики кидал. Спасибо. Подожди, донаты. Что это? Я не... Ну я тут сижу, стримлю. СДР, брат. Здоровье и богати, Чарон. Я пролил. Ты что куришь? Скажи честно, ты Ты куришь? Я немного... С днем рождения. Немного выкурил. Зайчик, когда дропнешь немножко скурил. Спасибо большое. Я хочу историю рассказать. Ребята, можете пока перестать донатить? А то мне очень сложно сконцентрироваться. Я не привык с вебкой стримить. Ему-то понятно, он с маской, у меня полный баллов. С днем рождения, любимка. Спасибо, Ксена. Блять. С днем рождения поздравляю, ну, типа вайбера, и желаю день короче. За днем быть счастливее и ярче, типа словно солнце за окном. Этот, ну, типа я стримлю друзьям, понимаешь? Не выселишь? Что такое? Дай тебе маску. Че? С днем рождения, тебя такой большой уже и очень красивый мальчик, такие очки прям подходящие на твое прекрасное личико. Спасибо, спасибо. Это дорогие очки. Всем привет, на связи Башкир. Да, я нарисованный, но скины, которые можно на халяву лутать в ивенте Diretide на Эпик Лут, реальные. Все просто. Кидаешь чайник в крипов, находишь гулю, побеждаешь. За победы улучшай уровень ужасного сундука. Чем выше его левел, тем круче награды за открытие. В сундуке 5 уровня лежат арканы и уровня Battle Pass. Советую апать именно его. Играть можно раз в час бесплатно. И помни, что победные конфетки можно копить весь ивент и получать за это мега сундуки с гарантированными скинами. А еще не забывай об АП-хелпере. Это 60 простых заданий. Выполнил их и апнул БП в доте до аркана на Вайда. А за каждый 15-й квест забирай или аркану, или 48 уровней Battle Pass'а. Вообще он стоит 300 рублей, но по ссылке в описании он абсолютно бесплатный. В общем, ссылка внизу, промокод на 15% к балансу там же. Дерзай! С днем рождения, солнышко, ты самый лучший, и плевать, что ты не отвечаешь мне уже 269 дней. Чё? Бля, СДР, бро, вижу онлайн и просто рад за тебя. Хочу твой бэк на Twitch и стримы чаще. Бля, бро, если бы я вернулся на Twitch, у меня обещал онлайн был 1 миллион, скажи. Скажи. Я серьезно говорю. СДР, красотка. Спасибо, ребят. История. Поздравляю за X... Почему это русское? За X Cursed и я ж... Блять, хуйня какая-то. СДР, тварь. Спасибо. Бля, ну такое ощущение, будто я врубил стрим ради донатов. Ребят, ну я же не тварь, ну типа... Если бы я врубил стрим... С 14-летием, вечно молодой. Счастья тебе, здоровья, любви и чего там еще желают людям. Спасибо, спасибо. Ну, ребят, счастье уже есть, счастье вот лежит на кровати. С грязными вонючими носками. С 14-летием курсет. А у меня носки чистые. Должны были быть. Котеночек, ты очень красивый, СДР. Ну иди, контенте как-то, я не знаю, мне неловко как-то сидеть здесь. Ты подарки показывал? О, подарки, точно. Ну вот это я показывал. Короче, с днем рождения, люблю тебя. Спасибо. Показывай, что мне еще подарили. СДР, солнце 3. Спасибо. Да, я покажу. Короче, распаковка. Ты чё, реальный человек? Чуава, чё за хуйня? Ну ладно, СДР, котик. Я проект. Ой. Короче, смотрите. Чё мне подписчица подарила? Хватит стесняться. Покажи личико уже. Ты что, не понимаешь, что тебе с ним жить всю жизнь? Бля, чё меня съебало, блядь. Погоди, я распаковку делаю. СДР, солнце. Спасибо. Короче, показываю. Что мне подарили? Я еще не смотрел, если что тут. Я не смотрел, что это. Но сейчас мы посмотрим все вместе. СДР, кит, желаю всего самого хорошего в общем-то. А ну, иди. Поздравляю за X Cursed. Вот что мне подарили. Не видно, видно? Ку, с днем рождения, купи вина и передай привет Вике Алексеевой. Вика, она твоя фанатка главная. Привет, Вика. Вот, короче, что думаете вообще по этому поводу? Спасибо большое. Я буду носить. Сдер, Дрюк. Спасибо. С днем рождения, пупсик. Передай привет Артёму Ларко, пожалуйста. Привет, Артём. А меня нормально слышно? С днем рождения. Любим тебя очень. Герману и Давиду привет, пожалуйста, прошу, любимка. Я еще донаты вот так вот сделаю, чтобы они не мешали особо, знаете, чтобы их было видно. Да? С днем рождения. За два и... С днем рождения, бро. У меня, кстати, это сегодня я... тоже днюха. Стой. Задувай и загадывай желание. Что-то круто. Ты подумал. С днем рождения, Курсет. Да. Акума, да. Привет челу в маске. Она... Акума лох, подчеркивание, подчеркивание, подчеркивание. Спасибо. 5К проебал. Ой. Бля, гайс, ну, блядь. Откуда ты такой красивый? В тебе идеально все от головы до пяточек. И спасибо, счастье с тобой Мур, рядом там лежит, Мур. Видишь. Показывай подарки, сучка. Сердечки, покажи сердечко Муру. Ну, сердечко Муру покажи. Ну, по-братски. Вот. Это тебе, Мур. СДР, подари корвет чудище. Очень сложно отвечать на донаты, ребят. Очень много донатов. Передай много... привет, я не плаговой. Яна, привет. Ты что, ты выбил донаты и вот это зарабатываешь? Ну-ка сейчас. СДР и Еблан, желаю здоровья психического. Че там по приватке КСТА? Приватку очень сложно сделать. А? Че? Историю какую-то расскажи смешную. С днем рождения, солнце. Я хочу. Я в ахуе. Ну, я ждал онлайн, типа, там, 5000, типа, с днем рождения. Желаю тебе всего самого-самого. Блядь, вы че, ебанутая нахуй. На ютубе, ребята. Вот так вот будет с каждым. Курсет Зайка, давно не появлялась у тебя. С днем рождения, котик. А Кумаке тоже приветик. Это что? Я без понятия. Бля, да я пропускаю даты. С 14-летием желаю, чтобы свет не вырубали во время дабл рейта 3. Я столько рейтингов ебал, кстати. 200 уже или 300. Спасибо большое за донат, ребята, я просто не успеваю осознать, понимаете, у меня голова не настроена. СДР, пошел нахуй. Я не привык, что мне донатят деньги, понимаете, я привык. Найс команда. Спасибо твоей маме за то, что родила тебя. Я писька. Спасибо тебе тоже, писька. Я тоже писька. Бля, я не могу историю сказать, это пиздец. Что, не донать? Не донатьте. С днем рождения, лав-лав. Сейчас тебе, чтобы видно тебя было донаты сюда. Ты... О. Бля, это так непривычно, я вообще не понимаю, как можно стримить, типа, на, ну, типа... А вот так. Вебка на пол ебала, это вообще капец. С днем рождения, котик. Хотите сделай роспись по скидке в честь ДР. Пожалуйста, оплак. Или демку хотите, покажу вам? Показывать? Рингоку. А, Рингоку. Хотите, демку покажу вам? Демка крутая, реально. Интересно, никому нахуй не нужный факт. Ты родился в один день с фигуристкой Евгенией Медведевой. Она является двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером Олимпиады. Еще... Ну да ладно, с днем рождения еще тебя, счастья, и много-много-много-много-много-много денег. Спасибо большое. Да, из-за донатов. Макс, я теперь от потоки слайма, я ринглок, мои глазки на тебе, ты как принцесса Мононоки. Эти брюлики бушиды, но мне ко мне Аноки, самый сильный в этом лобби, выше бога в потасовке. Мой чилин режет стекла, мои потерянки, доты, блики блейдов, отражение, третье закрываю око. Хотя флаймом окружен ее, в себе жертву я убил, себе жертву я убил. Телебан, это мой стиль, стиль черным фоном окружен я. Моя маска это лайфстил. Сиротехники юзают, все блядят и миока. Дадики режим оттока, страхи вылезают в окна. Фуган склад пендрусова, я сильнее кисырёта. Много крови, сука, её мимо в баскетбол курога. А чё, нравится? Это, кстати, мой единственный фанат, кстати. СДР код, не обижай Акуму. КД на чат, точно. Секундочку. Сделал. Сделал КД на чат. Привет, котик. С днем рождения. Можешь передать привет Тимофею? Тимофей... Я историю так и не рассказал, если что. СДР Пупс. Кэт Джем, передай приветик ПЛЗ. Блин, ботички крутые. Это подарок. Или это я крутой в них? С днем рождения. Кто эти люди вообще? 3. Вам что делать нехуй? Уа! Больше подарков нет, гайс. Это все, что у меня имеется. От бища спадки нюти понюхать. Ебать. Слышно, мур вообще не бануха. Нихуя. Сука, расскажи историю уже. Ну, Мур заколил. Ты про коллеги рассказываешь? Нет, я хочу рассказать. Окей, я рассказываю историю. Мы пришли в рестик. Донаты не слушайте. Донатеры в истории, если что, не отвечаю. Ты сегодня такой комфортик. Можешь убавить звук донатов ПЖ слишком громко. Это будет с тобой, понял? Короче, мы пришли в ресторан. Я, Акума и мой менеджер. Мы приходим, и там не было столиков. Дропни шарфы. Пожалуйста, мне очень холодно. Okay. Передай привет простому Арату. Арат, привет. Не было столиков. И мы, короче, говорим, типа, а чё, ну, типа, все были резерв, да, и выкупить их нельзя никак, типа, не за какие деньги, да? Привет, папа, ты мой самый любимый стример. Спасибо. Вместе с Акумой, но сегодня днюха у тебя, так что поздравляю с днем рождения, столик. Спасибо тебе, что ты есть. Очень это мой первый донат прям, вообще. Пиздец, ты делаешь своими стримами мою жизнь лучше. Спасибо. Право, никогда не грусти, век живи, пожени, не стесняйся себя, я люблю тебя. Пиздец. Самый лучший, самый красивый папа. Спасибо большое. Курсет, покажи сердечко. Не. Вот, мы, короче, сели за этот стол. Офни. А я не знаю, как офни. СДР курсе доносец, передай, пожалуйста, привет Настя, ищу дотера. Я не знаю. Короче, похуй. Сейчас... Ладно, еще один проект. Ты знаешь, как офни здесь? А ты не показываешь? Акума, зайка, маску сними. Ты тоже очко сними. Ахахаха. У меня на обоих стоит Акума АЭ. Стримчик оставь. Не. Секундочку, ребят, я разберусь. Привет, Курсет. С Дашкой 3, счастья, здоровья. О! Любим тебя. Вроде это все, что будет норм. Все, донатов нет, наконец-то. Я разобрался. Там одна кнопка, короче, есть. Короче, рассказываю. Мы пришли в рестик. Не было столиков. Свободных, все были зарезервированные. Мы в ахуе, типа... И нас посадили, короче, на столик, там, где вообще очень мало места, и вообще нихуя не поставишь. Там 3 тарелки максимум можно уебать. Короче, нас туда посадили, и мы, ну, короче, заказали 10 кальянов, чтобы они не смогли нам поставить эти 10 кальянов никуда вообще. То есть мы заказали 10 кальянов, подходит к нам кальянщик, говорит, типа, будете курить? Мы такие, ну, типа, да. Он говорит, что вам делать? Я ему говорю, 10 кальянов делайте, типа, разных. Он в ахуе, типа, такой, говорит, ты что, прям 10? Я говорю, да. Короче... Он пошел делать их, к нам приходит официантка и говорит, типа, что заказывать будете? Мой менеджер говорит, типа... А кто? Ну кто? Приколович. Рафлан Приколович говорит. У чела есть менеджер собственный для кальянки. Он говорит, типа, мы заказали 10 кальянов, можете нас пересадить. Она говорит, нет, типа, он зарезервированный. И, короче, как только нам начинают приносить кальяны, там, ну, типа, там все нахуй было занято, и дохуя было работников. Все на нас смотрят, короче, нам приносят кальяны по одному. И, короче, говорят, ну, в общем, у вас, типа, ну, вообще некуда их ставить, короче, пересаживайтесь на тот. И нам дали такой большой стол, который был зарезервирован, и мы туда все сели втроем. Понятно. С 10 кальянами. И потом эти кальяны раздавали обычным челам. Скажи героический поступок. Ну, респект. Мы чаевые кальянчику не оставили. За что? Смотри, здесь... А, у нас наебал, нет? Так мы 10 кальян заказали, так, наверное, процент какой-то получает. Тоже верно. Не, ну прикол в том, что там столик был, типа, зарезервирован, и они сказали, ну, столик зарезервирован, поэтому, типа, ну, типа, сидите тут, уёбки. Да. А мы, типа, по приколу решили взять на маленький столик, типа, дохуя кальянов и дохуя всего. И они такие, типа... А я с ним живу. И вот до чего доводит семейная жизнь. Поэтому, ребята, если вы хотите жить с кем-то, подумайте об этом пару раз. И знаете, что происходит после того, как подобное происходит? Но это нормально, я считаю. За что? Что там? Дропай. Бьешь. Бедного мужчину. Донаты нам врубить. Бля, ебать, где хуёво. Мне тоже. Тёхой. А как? Донаты не воркают. Или воркают. Всё. О, заработало. Ну, проще сидеть просто на донаты отвечать, не? Вот дай пивку. С днем рождения, Курседик, передай привет Борису Ковалеву. Борис, хай. В доту? Я в доту не играл месяц почти. Привет, Курседик, с ДРТ, всего тебе самого лучшего и азиаточку сбогати. Передай привет Артему Илы, саму Ивану на Евгения, пожалуйста. Мы тебя любим. Спасибо большое, мы тебя тоже. Класс. Любим или не любим? Ну как реагировать на донаты такие? Курсет подарил мне детство, спасибо ему. О, жди. Танцуй так же, у меня есть идея. Танцуй так же. С ДР, котенок, сидим всем стафом Тендерле, да смотрим сейчас тебя в кураторской подчеркивании. Всем донатерам посвящается. Все. Я драчу тебе хуй. Все. Ты готов? Демка супер, звучит лучше остальных треков. Выпас такой. Ты ходишь на вокал. Многие блогеры не пивным ртом так делают. Трек динамичный, но буквы глотаешь до сих пор. Привет, солнышко. Привет. Андрей Дрошин, если ты это смотришь, выйди в окно. Устал? Че, лечь с тобой? СДР, Кирюха. Спасибо. Не слышно мне? А так слышно? курсец ДР. Пупсик, я тебя прошу, уж два стрима, роспись мой вэкап, сачочаору, еще раз с днем рождения, люблю, целую. Спасибо. Зачем орешь? Я не ору. С Дашкой, пупсик, любим тебя. Ребята, это, конечно, очень здорово, но никто не оценил вот это. Почему никто не пишет, что это? У меня тоже ДР сегодня. Поздравь, ПЖ. Днюхай. Нравится? С ДР, залупиночка. Живи дольше и радуйся жизни. Ты лучший стример по доте. Она люблю тебя. Отвечала. Просто давай встречаться. Не. Встречаться рано, какой мне 14. Так вот, я не показал вам мерч нормально. У нас фах, паспорт все-таки скоро получать. Вот. Тут, короче, принт. Тут, короче, принт. Вот такой вот. И тут глазки, короче. Но... Тут с 14-летием тебя паспорт получишь, получается. Экстра, передай привет Арине Федуленьковой. Она рада будет. Привет, Алина. И на спине, короче. С днем рождения, солнышко 3. Можешь, пожалуйста, передать привет Даше. Привет, Даша. У меня лучше. Яна, давай выпьем мартини. Давай, давай, давай. Привет, СДР, сексиняша, я тебя люблю. Привет, пупсик, с днем рождения. Передай привет Кирюшке, пожалуйста. Это люди реально смотрят, я ебал. Да я вахуя, мужик, это пиздец. СДР, желаю тебе счастья и Бугати Чирон, я чмоня. Ну, ребята, если бы вы реально мне Бугати Чирон желали, кто-то бы приехал на Бугати Чироне с азиаткой на втором сиденье. Прям ко мне под двор. Сними очки, Борчо, ты охуенно выглядишь, сделай донаты потише. А где? С днем рождения. У меня тоже ДР сегодня. Да я не могу. Поздравь, ПЖ. Триммеры с вебкой вообще все говноеды, поголовно. Кроме тебя. Вайкунку заиграла. С днем рождения. Люблю тебя. Передай привет Алине, сделай, пожалуйста, приводку. А сколько времени ты уйдешь? 30 минут. А уже как будто, блядь, по ощущениям 4 часа, да? Ебать, это сложно с вебкой сидеть, да? То есть, все видят твою реакцию, это меня с тобой на стриме беги. Вдруг я хочу раздеться. И не потому, что он рядом. Что, прям никто не видит. Че, уже? Привет, курсец ДР, когда дроп мерча, коллапскаем. Коллаба не будет, скорее всего. А мерч... мерч будет, но... СДР. По Европе. Ничего нет, не базы. Дай, короче, поменяй. Тихо. Курсец ДР, Оля Лебедь, 6Б, привет. Спасибо. Ты что-то сделал? Потемнее. Хорошо. Попытка номер 2. С днем рождения. Солнышко, передай привет Пати Пайзону, пожалуйста. Я хотела попросить еще вчера, но что-то пошло не так. Пати, надеюсь, не жирно привет. Просить росписи. Спасибо. Еще. Куда можно арт на зацен скинуть? Не успела к ДР, но все же. Да в предложку вы как и дай. Ну это было ожидаемо, да? Зря улыбал. С днем рождения, Курсет, сможешь передать привет Арине Тимировой и еще раз с днем рождения, папочка наш. Доту играть. Спасибо большое, ребят. Мне очень приятно. Ему тоже. С ДР, любимка. Я не знаю, что делать. Ну, что делать? Ну, прикинь, это твой стрим. Что бы ты делал сейчас? С ДР, Толян, мать твою, ебал. Мать, зачем? С ДР, бро, когда новый трек? Спасибо. Спасибо всем, ребят. Ну, я не знаю, мне сложно. Рулетка. Привет, Курсет с ДР. Передай Вики Мефик. Привет, ПЖ. На Ютубе можно рулетку стримить. Ты в курсе? Гоу. А там же челы члены будут показывать, да? Там челы члены же показывают, да? С днюшечкой. Желаю больших успехов, Зе. Только надо как-то настроить... Типа, знаешь? Секунду. Привет, Курсет. С днем рождения, восклицательный знак, циркумфлекс. Ты очень красивый, честно. У меня вопрос, где ты одеваешься? В каких магазах? Нигде инфу найти не могу. Ну, это мой магаз, собственно. Сейчас, секунду. Да нахуй надо. Не надо? Нет. Ебать, тут пользователей 200 тысяч. Мне... Бля, ну тут донатов дохуя. Курсет, блять, хватит игнорить мои просьбы по росписи, мой ВК Псачучаорус ДР и еще раз. Бля, брат, да падло, реально. Мне потом искать это все, типа, в прошлых донатах это пиздец. Давай на next. Курсет с ДР. Передай, пожалуйста, привет Саше Кацубенко 333. Бля, я тебе папичем, знаешь, который стрим рубил, и там челы приветы передают через меня. Нахуя? Привет передаю, Саша. И Маша. А че есть варик доставки мерча в Россию? Приветствуются любые доплаты в разумных пределах. Ну разве если у тебя какой-то друг там в Европе и может тебе отослать, что-то такое, ну по-другому никак, я не знаю. Скорее всего, нет. Нельзя. Ебатик. Привет, коты, вы очень красивые, жесть просто. Передайте в школе, Диане и Ирине. Мы вас любим очень, правда. Спасибо, привет вам. Не успел запомнить. Бля, я себя таким ботом чувствую, ну, NPC-шкой, блядь, какой-то. Ну, хуёво, хуёво. Ну да, хуёво, типа, может это из-за вебки, типа, да, может, или из-за знатов, или из-за кринжа. Ну да, я просто, да я не знаю, что мне делать, ну типа... Топовый стрим, когда начало? Ребят, ну я не дипин, чтобы вам контент какой-то наваливать с вебкой, ну, типа... Я не знаю, как контентить, ребята. Я не на опыте, знаете, СДР. Опыт... Бомжара, желаю, чтоб хуй стоял, да? И бабки были. Передай привет. 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 Спасибо, Моте, за 5000, очень... я очень рад. Ты мне донатишь деньги, чтобы я у тебя бит купил? Чтобы ты, ну... С ДР Пупс. Передай привет Александру Новикову, ПЖ. Александр, привет. Бля, давай потанцуешь под музыку. С ДР Курсет. Передай привет Моте и скажи, что он самый лучший. Моте, привет. Самый лучший, вот он, стоит рядом со мной. Вот он. Типа я. Талик Горват, поздравляю, СДР, возвращайся в Берегово. СДР. Мужик, ну контенти как-нибудь. Мой сладкий котик, ебать я тебя люблю. С днем рождения. Я так рада, что увидела тебя. Боже, люблю тебя сильно. Пиздец. Охуенный лонг. Продам почку, но куплю его. Откуда это все происходит? Но у меня еще полегче, мне кажется. Доскальский гуль. С дышкой, братанчик, ты лучший человек, Эвер. Сделай приватку ПЖ. Отдал бы тебе все деньги, если бы мог. С днем рождения. Так отдавай. Спасибо большое. С приваткой идут технические шоколадки, ребята. Не все так просто это делается. Особенно в моей ситуации. Все говорят с ДР, а я скажу пошел нахуй.